получилось извлечь хоть какой-то звук, то мы должны понять, что звук может образовываться при выдохе и может образовываться также при вдохе. Развитие и поддержка традиционной культуры, традиционных, как культуры музыкальной, так и культуры ремесленной, это очень важно, это невероятно значимо для развития народа самого дальше. Потому что если люди не помнят своих корней, то они не могут развиваться, не могут идти дальше. Сразу еще, как членам жюри заговорили, надо... Фестиваль в этом году впервые проходит под эгидой ЮНЕСКО, чему мы несказанно рады. Это действительно настоящее признание того, что то дело, которым занимается фестиваль, оно значимо, оно признано. Самое интересное это у нас было наговор на наше варенье, которое мы делали. Да, наше варенье. Фестивальное варенье, оно с наговором на здоровье. А наговор этот, значит, передала мне бабушка по наследству. Поэтому вот я с удовольствием сегодня поделилась им. Вот, и желаю всем крепкого здоровья. Женщина, когда делает красивую вещь, она всегда в это вкладывает свою душу, свои мечтания, может быть, свои представления о правильной жизни. Бусинки, которые висят на наших оберегах, прикрепляя бусинку, она сюда всегда включает свое желание вот в жизни на будущее, в надежде на то, что все исполнится. Сибирь так как-то далеко достаточно и в плане расстояния находится от всего мира, но одна из целей как раз фестиваля – открыть Сибирь, открыть ее миру, открыть внутренний мир Сибири всем, показать, какие мы сибиряки есть на самом деле, что у нас внутри, что у нас в сердце, откуда мы вышли.
For us, Lucia is like a mystery that is very far, and they imagine a lot of things. For example, when we say we are going to play in July, they say, oh my God, you're going to be very cold, and say, no, in July in Siberia, actually, the weather is good. And so they're surprised, but they are very surprised when they see the video with the audience and with this big stage, and so they said, oh my God.